С 4 по 8 октября в Актобе пройдет чемпионат Казахстана по плаванию. Открытие соревнований состоялось накануне. В первенстве страны участвуют 20 команд из областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент. Каждый имеет все шансы для того, чтобы попасть в состав национальной сборной. Смогут ли актюбинские пловцы, которые на каждом чемпионате страны оказываются в тройке лучших, побить свой рекорд в этом году? Тема будет продолжена в нашем следующем сюжете. Очередной чемпионат страны по плаванию стал возможен, как только были смягчены карантинные ограничения. Очевидно, что этот турнир пловцы долго ждали. 242 спортсмена приехали в Центр водных видов спорта «Достык». С приветственным словом к участникам турнира обратился главный спортсмен области Евгений Гончаров. После официальной церемонии был дан старт. На старт вышли первые девушки. В плавании баттерфляем на 50 метров София Абубакирова доказала свою состоятельность, а Диана Таржанова финишировала пятой. В этом году в соревнованиях принимают участие две сборные Актюбинской области. Главный тренер команды Азамат Сарбасов рассказал, что из-за пандемии многие спортсмены не смогли выехать на учебные сборы за рубежом. Все-таки он уверен в подготовке и воспитании своих учеников. Лучшие женской сборной примут участие в чемпионате в полном составе, а вот мужской сборной есть определенные потери. Наша команда выступает во всех возрастных категориях. К сожалению, не будут участвовать братья Камзеновы, потому что они сейчас на сборах в Польше. А в основном все наши воспитанники будут участвовать. В прошлом году мы заняли общекомандное второе место. Позапрошлом году мы были первые в абсолютном. Но здесь возрастной чемпионат, к сожалению, у нас в Актюбинской области молодежь еще не готова. Но это связано с пандемией, связано с тем, что наши ребята не выезжали, половина не выезжала на сборы. Это все связано с пандемией, конечно. А так мы готовы. Диана Назарова, выступавшая на Олимпиаде в Токио, также выйдет на старт. Девушка уверена, что в эстафетном зачете она попадет в число лучших. После Олимпиады приехала, сразу начали готовиться с тренером. Готовились на базе бассейна «Достык». Двухразовые тренировки, также спортзал. Плавали каждый день. Как вы себя чувствуете? Прекрасно чувствую, прекрасно готова. Готова к победам. Я плаваю на спине 50-100. Сегодня, к сожалению, 50 баттерфляй не попало в финал. Но на 50 на спине 100 спина попаду обязательно. Но впереди эстафета. Соревнования продлятся до 8 октября и пройдут по 6 стилям, а также в трех возрастных группах. Владимир Федотов, Межана Манжолов, телеканал Актобе.